Так, пришла посылочка расточенная поршневая под поршенек. Вот, скажем так, хозяин поршневой цилиндра самого порекомендовал сделать отверстия, как на Ямахе. Вот эти вот отверстия, которые открывают вот тот вот канал продувочный, пятый так называемый, да? Вот он у нас сверху цилиндра, вот он здесь проходит поршень. Вот, значит, расчертили по принципу ямаховского с противоположной от выпуска стороны, то есть как бы со стороны всасывания, да? По оси пальца, как на Ямахе, начало окна вниз и по ширине нашего окна, которое там. То есть как-то вот сейчас такое отверстие сделаем в этом поршне. Так, вот в данный момент повысверливали сверлом. И сейчас под шаружечку выравниваем. Можно сделать это вручную напильником, надфилем, у кого какие инструменты есть. Вот такое получилось окно, ну, как бы в сравнении с ямаховским. Вот как-то так.